Ага. Привет! Витёк и Стас на экране, и это супер-пупер-мега-касл-крэшерс. Мы на инопланетной тарелке находимся, и всем радуга, пацаны, всем счастья, удачи и все такое. Я могу только огня подать. Да, мы в прошлый раз закончили на том, что мы слились где-то здесь, но теперь-то мы нормально. Я думаю, сможем это сделать. Зато там главное торопиться в конце. Лего, сейчас нам еще много денег дадут, да? Да, тут главное деньги. Деньги. Пацаны, это выходим, это... вторжение. Понеслась. Я слева, ты справа там, или что-то в этом роде. У них здоровья вообще нету. Мясо падает немерено. Убивай, где деньги-то все? Где? Все уже забрано мною. Я-то где? Я Стас не может себя найти. Нормально вроде, да, разобрались. Блюшка. Вам надо приготовиться бежать. Ну, пока еще рано готовиться. Вот этот чел вообще крутой. Ты готов бежать, Стас? Нам надо направо. Или он не сильно умный, я бы так сказал. Он слишком сильный просто. Как в том анекдоте. Протест. С тремя отверстиями. Знаешь этот анекдот? Нет. Я тебе сейчас расскажу. Бомби. Бежите, глупцы. Фига себе, Стас залп дал. Идем. А! Под. Стас их перепрыгивает, я тоже. Да хватит меня подбивать. Стас, они здесь. Ну что ж такое, я падаю. Я ненавижу эту игру. Что она со мной делает? Да хватит меня. Стас, не. Стас, 2 секунды, Стас. Все, хорошо. Пипец, я застрял на этой дурости, я не знаю. Ладно, Стас застрял на дурости. Я выключил. Бежим. А! Все, остановись. Бежим. На этом, на прыжке вот этом вот проходи. Кажется, оно не сбивает меня. Вот так вот. Все. Все, уходим. Уходим, глупцы. Глупцы. Секунда одна осталась, черт. Нет. Нет. Успели, нет? Мы ушли. Успели. А, ты ушел, а я это... Я так выпрыгнул. О, дайте нам барана. Это враги? Да. Ух ты. Че, на верблюде можно? Да. Он плюется, да? Да. Он плюется. Со звуком. На 4 урона. Да мы вечно будем их убивать. Ты магией стреляй. А я разве могу? А можно копать прям с верблюда? Нет, я не могу. А ты вот этот XXXY свой используй, ребят. Бедуины. Та-та-та-та-та-та-та. Бабуины. Куда идешь? Это идет верблюда. Бабуины. Ой, они тут смерчем закручиваются. Что? Бабуин. Бабуин смерч. Я хочу оружие поменять. Прощение за каш. А тут бабуины. А, они не бабуины, они бедуины, Стас, что ты меня не поправляешь? Я все бабуинами кричу. Мне нравится, что они бабуины. Садись.
песню. Поехали. Верблюды топ. Я просто езжу и всем по лицу топчусь. Всем бабуинам по лицу. Я думаю, что получаю я? Об кактус лицом бьюсь. Об кактус лицом? Да, об кактус. А, так можно, да? Видимо, да. Левел ап! Новый комбо, хе-хе-хе, Y. Так у тебя такой же комбо. А, нет, там у меня... Не, у меня 2 хе Y, а у тебя 3 хе Y. Чувствуешь разницу? Нет. Бедуин завелся, Стас, осторожно. Бедуин окончился. Я просто езжу и всех вот этим мечом своим. Чак-чак-чак-чак. Чак-чак-чак вкусный. Пошли отсюда, Стас, мы всех разбили. Не хочет Стас верблюда, он же маг. Магам не нужны верблюды. Да, нам только драконов подавай. О, зебра. Тоже у нас есть. Надо отобрать зебру у него. А что она делает? Я не знаю. Надо пойти посмотреть, что они все делают. О, засасывает моего верблюда, чуть не засосало. Брось верблюда. А, верблюд, беги! О, место для копания, Стас. Я могу стрелять прям с верблюда. Место. Ты будешь копать или нет? Я. А где копать-то? Да вон, наверху. Пропустил? Ага. Ну, можно копнуть разок. Пам. Опа, новое оружие. Новый меч. Ну-ка. Заценишь? Может, это лучше? Какая-то сосиска. Сейчас посмотрю, что дает. Одна сила, одна магия, какая-то фигня. Не, это точно не эротические игрушки. Не, нафиг эту колбасу. Поехали отсюда дальше. Это, короче, это, наверное, колбаса из верблюда. Слушай, я помню... Как... О, крестик. Я помню, тут еще надо было в волейбол где-то играть. По-моему, здесь где-то, да? С бедуинами в пляжный футбол-то. Футбол. О, еще оружие. Заходи, расскажу об оружии. Что-то крутое, ну-ка, погоди. Сейчас проверим. 3 силы. Нормально сойдет. Получше, чем то, получше, что у тебя чем было, да. Опа. Нормально. Да отстань, зараза. Здесь люди копают. Под верблюдом. Люди, говорит, под верблюдом копают. Какой-то бесконечный уровень, где конец? Вообще не говори, где мы дойдем-то, должны дойти. Где-то. Во, приехали наконец. Вот тут волейбол, по-моему, будет, да? Что это такое лежит? Да, потому точно что... здесь будет волейбольчик. А вот здесь смотри, стенка вот это... какая-то. Можно пробить ее? Может, надо ее бить? Да нет, типа. Бомба нужна. А, да, кстати. Тоже хорошая идея. О! Не! Стас, спасай, он хочет меня убить. Я убью его раньше, чем он это сделает. Еще один. В броне. Стас левелапнулся. Там котенок, Стас, за решеткой. О, это тигруня, а мы его доставали с тобой. Да, меня опять держат. Ты не успели. Мне нельзя к нему подходить. Я не пойму, что у меня за суперудар-то. XXY. А, ну тут, наверное, реально бомбой надо пробивать, чтобы котенка взять, да? Да, да. Какая большая лопаточка. Я понимаю, что XXY. У меня что-то не получается XXY выжить. Подбросы. А, ненормально. Нифига себе мы устроили. Ого, они завелись. Стас, они завелись. Еще бензин кончится, подожди. Нормально, у него еще бензин есть. Так он же как раз человек с восток. На, бросим. Наверняка есть бензин. На, еще раз бросим. Бедуин, у них должен быть бензин, у них много нефти. Да. Я ж плачу, не говорю.
Такое ощущение, как будто Стас теперь нажимает одну кнопку, и тут просто Армагеддон начинается. Интересно. Всем радуга! Радуга и себе! Я им на лице топчусь. Не мешайте, за колонной они что-то там делают. Капец, Стас, как пулемет уже. Ты по комби бьешь или за ману? Не, за ману. О, еще оружие. Опа, ну-ка еще пушка. Че, в этот раз? Ух ты! Какая-то интересная штука. Посмотрим. Три силы, три магии. Один щит. Не, мне моя больше нравится. Да хватит уже летать. Стас, смотри, уже ты, по-моему, круче стал, чем я. Не. На, видал, мне в лицо полетел. Мне просто пока везет. Противники попадаются более-менее пробиваемые на огонь. Капец. Жесть. Подлецы, как так можно? Где мой волейбол? Да, давайте волейбол, и мы разойдемся. Все. Играем на вашу страну. А вот, а и волейбол. Вот и он. Ха. Так, ты где? Ты сзади, спереди? Я только не помню, что нам тут надо делать. Надо забить. А, бить-то надо так, да, ударами. Ну, Стас, ты А что я? Два-два счет, кстати. Да. А до скольки? До 10? А может их забить просто? Их можно бить. Главное, что их можно бить. Оу, 5-5. Я даже не понимаю, как мы успеваем. Так, ну мало, на позади надо стоять. Сейчас, погоди. Хочешь разгону дать? Да. Девять, мы даже не отходя от кассы, просто десяточку. Сами себе забили. Да. Они не стреляют, они нами насмехаются. Можно даже не, наверное, не вверх-вниз, а чисто по полке, по полполя разделить. О, видал, как мы уже. Все, мы уже выигрываем. Блин, они меня хилку отобрали, так нечестно. Сняли хилку, прямо из кармана выняли. Собаки. Вот так вот. А как он забил-то? Ты не мог забить. Как он так низко улетел? Так, чуть-чуть осталось. Как они забили-то? Погоди, мы же отразили. Я вообще не понимаю, они еще, видишь, дамажат нормально, надо подальше держаться. 9-8, Стас, давай последнюю, есть, победа! Нате вам карту и уходите. Ес! Та-та-та-та-та! Фух, сложно было. 300 тысяч опыта. А у тебя еще, кстати, а, этот же олень, это жирафель, он же дает опыт дополнительно. Я помню, что-то такое там было. Так, что бы мне взять, я вот думаю. Че, фулл сила? Давай. А я... А, у тебя новая магия, смотри. Так, новая магия, РТА. Давай, знаешь что? Пойдем-ка мы посмотрим, что мы можем взять в руки. И прочее. Оружие. Но я-то ничего не могу. И животных посмотрим. Как узнать? Так, жираф помогает тебе быстрее достигать новых уровней, видишь? Вот-вот. Ичка. Бодает врагов. Красный кардинал поможет тебе отыскать секретные предметы. Пёсель. А, тебе копать быстрее помогает, пёсель. Сычек находит скрытые на деревьях плоды.
собачка. Так, а это? Зебра поможет тебе прокормиться и найдет еду в траве. Ага, ага. А пёселя ты брал уже? Да, пёселя брал. Так. А рыбка дает деньги, это я в курсе. Так. Тут котенок. Два котенка посмотрим. А я тигрулю. Китенок. Китенок мы знаем, что делает. Собачка. Нет. Увеличивает твою ловкость, кошка. Угу. А силу есть? Увеличивает твою силу и ловкость. О, китенок, вот. Это прикольно. Тигренок. Тигренок, ага. Круче, чем а вампир, котюня, что да? Дает. Вот так, осталось только узнать еще вот это. Да. Ну это типа плавать, наверное, быстрее дает, или что-то в этом роде. Да, 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 он там по воде. Увеличивает твою защиту, но сильно снижает ловкость. Ой. Поможет быстрее двигаться в воде. Так, ну я тигруню тогда возьму, или что? Что дает? А бери, а я возьму жирафля тогда. Что-то я думаю, что мне сейчас наоборот опыт больше понадобится. Пускай будет жирафель. Вампир немножко лечит и кусает врагов. Садится им на лицо. Оружие? Да, да, у меня же 15 уровень есть, надо посмотреть, что там на 15 есть. Может, что-то, наверное, вдалеке, да? Ну да, вот тут 10-й. Вот 15-й пошел. Так, как я хочу какое-нибудь новое оружие. Какой же все-таки я немощный маг. О, смотри. 5 силы, 2 магии, силы. Минус 3. Минус ловкость. 5 силы, 5 защиты, минус 3 ловкость. Мне кажется, дубина. Это 20-й уже. Вот это я бы взял, кстати. Но это надо на 20-м брать. Там уже 20-й пошел. Ну, бери, значит, на 15-й. Так, ну я, наверное, возьму вот это, да, тогда? 5 силы. 2 магии. Фига. Что это ты сделал? Не знаю. Это у тебя магия новая? Угу. Так, а была у меня вот это вот. У меня что она делает, интересно? 5 силы, просто минус 2 ловкости. А сейчас 5 силы и 3 магии, но минус 2 ловкости. Ну, чуть-чуть магии больше стало, хотя я магией не пользуюсь. Но буду радость всем давать. Давай. Мы так. Радость. Надо до 20-го дотерпеть. Нам надо лечилки взять, наверное, да? Да, бы желательно посмотреть, потому что есть возможность прикупиться. Так, я закупился. Я а ты? Хорош. Погнали, ну, дальше. Погнали в бой. Сейчас намотаем этого врага. Куда нам? Сюда? Или ага. Куда? А там мы все закончили. А жираф такой, смотри, этот верблюд нарисован длинноногий. Красавчик. Местный красавец. Так, какие-то развалины. О, болото. Наверное, это очень сильно дамажит. Я надеюсь на это. О, отрубить или что? Может, нам труба нужна специальная? А мы, в принципе-то, больше там куда ни... Ну, куда, наверное, больше пойти-то не можем. Нам труба здесь, наверное, какая-то нужна. По-моему, здесь где-то босс, по-моему, да, какая-то медуза должна быть, не? Да, и медуза. Делать-то. Попробуем выйдем с карты и попробуем. Мне кажется, да, сюда нам рано. Нам куда-то в другое, может, место? А, во, смотри. А, было закрыто, кстати. Мы должны были увидеть, что мы не можем пройти, видимо, да? Душат пацаны. Вот это я понимаю, по 29 бью. По 30. А, в лицо. По-моему, я нифига не дамажу этой штукой. Она просто помогает. Не пережить урон. О, пацаны-то за нас. Да, наши пацаны. Мы типа спасли их, другана. Мы могилки валим. Но эти черти слабенькие. Вы с нами. Я ему голову декапитейшн сделал. Тас. Декапитейшн. Капитальная капитация. Много, а? Боже мой, Стас Армагеддон устроил какой-то. Ты посмотри на него. Я бы дамажил потом как сумасшедший, я бы радовался. Ну а прикольно получается, они собирают в кучку, а ты
подойди и возьми, а то я съем случайно. Я думал, что эта штука тоже будет дамажить, она не дамажит. Зачем мне какие-то недамажащие скиллы? Такой обугленный скелет прилетел с другого конца карты. А нам надо вообще эти могилки скрывать? У них есть деньги и так далее. Можно не ломать, и тогда и скелет не будет появляться. Денег не будет, да? Ну да. Прям такие цифры прям до бодрые проявляют, показывают уже. Это у тебя с удара? Опа, меч. Опа. О, вот он, это копье, прикинь. Ха-ха. Я копье свое нашел. Во-во-во-во-во-во-во. Опа, сейчас призыв будет нежить. Во-во-во-во. Прокачиваем большим стать. Динозавры. Я швыряю мелких в больших. Но эти опасные тоже. Они в магии стреляют. Все, кончилась сила. Что за дубина у меня? Погоди, а где мое оружие? Я какую-то дубину нашел. А, я дубину там нашел. Все, я понял. Я там свою пушку просрал. На прошлой карте. Может туда зайти, может быть там появится? Не знаю. А, там появится только эта пушка, да. Черт побери, ну ладно, пока с этой побегаю. Она тоже там силовая какая-то, с какими-то обилками. Это кто такие? Что это зеленый демон? Ну, кстати, нехило дамажу с этим молотом все равно. У меня криты какие-то появились, Стас. Критули-веселули. Не, ну ты знаешь, это же хорошо. О, так там их. Охренеть, я раздупляю их. Так там ишь. Хотел деньги забрать. Надо пацана воскресить. Где? Походу все уже. Ну не воскресить. О, я его вытащил оттуда из-за угла. Видал, рожа какая у него была адская. Может быть, на местный туалет? Может быть, кстати, похож. Слушай, мне кажется, вот эта вот дубина, она еще круче. Она что-то так лупит адски просто. О, криты. Видал, я там на 86 критом ему нафигарил. Что это за дубина такая? Что там за билка на ней? Адская криту еще. Дерево, дерево, дерево. А, ты помнишь, что где-то кукуруза будет. А, да, точно. Мы еще не проходили. Кукурузный босс. Ой. Лягушка, вали. Шапка. Ай. О! О, тут уже эти старые добрые друзья. Там опять крит. О, опять эта морда пришла. А, заставили меня выпить. Пойло. Левел ап как раз после этого. Ну как так-то? Да, это самое неприятное. Где я-то, если не вижу? Я убиваю. Офигеть, вот это рубилово, а. Ловим чувака. А он не выходит. Он не вышел, да. А вот они. Они нас ждали. О, прокинь, прокинь, по-моему, на пол. Фига там криты. Капец, реально, вот по 86 криты. Фига себе, у них какие-то это корни есть, смотри. Не забывай свои корни. 126 критом. Какая-то мега дубина реально, Стас. Это очень крутая дубина. Ты меня никуда же ее не стоит. Вот, скрит, смотри, на 104, на. Да, жесть да. Вообще. Почти ваншотишь типов. Ой-ой-ой, тихо. Оба переходы. О, а вот здесь будет кукуруза, я вспомнил. Сейчас мы с этими ребятами пойдем лупить кукурузу. Поскольку Ваня и Иван боюсь не за всеми. Местный родник. Палки, вот это рубилово. Как мы их просто разрубаем. Фух.
музыка. Крит, смотри, на ему сразу в лицо. О, выжил. После такого крита. Дерзкий у них в жизни по 200, наверное, если не больше. Крепыши уже, знаешь, стали. Да. Из-за такого переживать, это, знаешь. Больше усилий надо. Я все еще никак не пойму, что там у меня за мега-удар такой. Три... По ходу дела он там накручит, а потом еще об землю бьет. Такое ощущение. И там все взрывается вокруг. И в кукурузное поле. А вот кукурузка. Алло! Сейчас ее поджарю. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Опасно! Сделай из нее попкорн, Стас! Нет. Попкорн, кстати, можно жрать. Стал готовить попкорн. Да, его ползной фоку восстанавливает. Где она? Куда она делась? По центру, наверное, где-то. Спряталась от меня. О, хорош, хорош! Ну, видал, Стас, я насел на нее как. Я добыла много попкорна. Она вообще меня не пробивает. Давай, вылез. Опа, прям из-под меня, ты смотри. Какие у нее красные глазки. Не спит, наверное. Да что ж такое-то? Защищается паразитка. Я ее бью, когда она сразу закрывается, так что ли? Ну, наверное, да. Был бы я большой кукурузой, которая дает вкусный попкорн. Я тоже бы закрывался и атаковал, потому что... Во-во-во. Меня сожрали. О, отлично. Нормально, я немножко проник в нее. А теперь на какие-нибудь, знаешь, во время какого-нибудь сезона сериалов. А что эти-то стоят, смотрят? А, им норм. Прям напрыгиваю на лицо ей и начинаю долбить молотком. Но один удар она всегда впитывает все равно. Ух, крит на 96, видал? Вот это я хорошо сейчас по ней прошелся, смотри, сколько попкорна. Да что ж ты ко мне-то прицепилась? Зараза ты кукурузная. Я так... Да, блин, бегу, ух ты! Она, походу, ко мне что-то новая комбо, как Y. Как у меня. Может, ты поймешь, что это за комбо? Нет, я не пойму никогда. Слушай, по 41 лупит. Мне кажется, она это... рейдж словила. Добьем. Там осталось на писюлечку, давай. Еее, попкорн, алоу. Куда это? Не знаю, пошел отдавать свою жизнь. Ангар открывать. А, во, нам рок принес, чтобы вызвать эту медузу. Да, медуза. Дуем в рок. Я даже не знаю, этот молоток довольно прикольный. Потому не знаю, стоит ли менять молоток, ребят, в чатике кто-нибудь есть? Подскажите. Может быть, молоток оставить? Так, ну я еще силу прокачаю тогда. Силу прокачаю? Хорошо. Да. А я... Магия. Стас прям маг. Ой, а где это мы? А что нам теперь делать? Ну, а, нам надо вернуться. Обратно надо идти? О, Хрюшка. Хрюша сделает так, чтобы еда давала тебе больше здоровья. О, прикольно. И гикончик. О, какой меч. 15 уровень. Дефенсовый меч. Так, давай, возвращаемся. Нам типа вот сюда. Сейчас будем дудеть в тут-то, в кожаную флейту. Давай. Кто дудит? Дуди в свою. Открывайте нам ворота. А вот тут, кстати, хорошо бы было того питомца, который позволяет нам так просто бегать по воде. Да, как я подпрыгиваю. У них отрыжка ядовитая. 63, Стас, они водные, ты типа, наверное, это. Нам только это усиленная магия по ним проходит. Я рыбку с лимончиком заказывал. Надо прыгать. С лимончиком. Давай, дуну.
Если не дунуть, как говорится, чудо не произойдет. Не произойдет, да. Стас телепортируется уже. Слишком магичен. Имею право. Где мои криты? Ну, они, кстати, довольно сильно бронированные. Я вот по 21 всего, учитывая, что я силу прокачал. Нормально, они сами себя копьем затыкивают в конце. Подают себе с гарниром. С говниром. Прыгучие какие мы с тобой. Ну, видишь, все прошли. А ты говоришь, надо было ту штуку. О, погоди, копай. Так. О! Что это такое? Подбирай обратно. Или ты с курицы пойдешь? Не, первый не, раз не, вижу я такое. Я тоже первый раз. Это же эмблема этого. Бегемота. Да? Создателей. Мне сестра сказала, что типа подходи, и я тебе расскажу, что это такое, что я делаю. Она будет сходить потом, посмотреть. О! Фига себе, он хыльнул меня. Нормально. Ну, реально, смотри. Они в тарелке в конце оказываются. Стас, да, я только сейчас увидел. Да, 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 да. Они самоприготавливаются. Ой, кому тебе давай? Так и разницы-то нет, кушай. Ну ладно, смотри, 270. Ты на передовой сюда к ним, а я там подальше. А тебе. Я тебе что-то не сбил. А, у них с лодофона опять пошли эти. Ну вот тут прям я себя чувствую прям королем. Потому что... Нормально, два крита подряд парню выдало. Потому что они реально для меня, наверное, водные. Деньги! О, оружие. Только не потеряй свою голову. Вот ты, Стас, брал. А я могу взять... А, я просто открыл его. А, ты просто открыл его, видимо. И не показал нам, что это было. Золотие. Да. Но я думаю, что это нам уже попадалось. Ну, скорее всего, хотя кто знает, если это просто с шансом каким-то. Могло и не попасться. О, большие рыбы. Хотя это такие же, как и были. Слишком большие рыбы. Да они все-таки не маленькие. Даже. Слушай, тут я критую, а. Видели. Да мы можем наверх? Я наверх пошел, Стас. А может там еще что-то есть? Может. Нет? Нет. Мучили. О-о-о-о. Пацаны, перестаньте это делать. Ну вообще, ребята. Ух ты, как он ножом кидается, прикольно. Рыба готова. О, заказывал жареный лосось. За жареного мурчеля. На, видишь, как он это, какая-то. Он два раза бьет, потом очень сильно раскручивает, бьет, а потом еще сверху прикладывает, они аж взрываются. Такой принцип. Надо Стасу хавчик достать. Это денежка. Это тоже денежка. О, во-во-во, вот она, клевая, я помню. Ла-ла-ла поет. Сапог один. Угу. А-а-а! Я не одета. Пошла, да-да-да, пошла готовиться. О, неплохо ты ее бьешь. Посмотрим, как я. Я слабенько пробиваю. Ого! Мне лучше не подходить, видимо, да? Видимо так. Жестко. Надо, может, дуть? Не думаю. Сейчас я ее за хвост сейчас. Я пол. Ой-ой-ой, змеи поползли. Хватаю за хвост! Да я даже подойти к ней не могу. О, крит на 180. Где я-то, если я не вижу? Змеями. Можно расческу ее украсть? Можно, мы ради нее сюда и пришли. А, скорее всего, да. Музыка как в Ведьмаке. Стас, ты сердечко. Тебя надо вскрыть, наверное. Стас, вскрывайся. Я пас. В следующий раз. Ой, какой крит хороший из тебя вылетает.
прям удовольствие. Любо дорого смотреть. Не говорю, он сразу по пол хп отнимается. Единственное, что она как-то странно ползает, я до нее допался, делаю, дойти не могу, подойти. Ходи! Он все время вот кусает мне этой жабы своей. Может, мне надо сзади подходить к ней, я вам подумал. Стратегин. А, все, я прожал, можно. Можно в упор тогда. Готовченко. Из нее камни посыпались, Стас. Она все окаменела. Что это? Да что это? Заходи. А, меч, вот а, меч это был, да, такой есть. О, смотри, ты жирафом почти как я начал набирать. Да, да, хорошо получается. Жирафин тащит. Так, магазин. Мне нужны еще хилочки. Я что-то сожрал их. Вообще трачу? Я вроде трачу. Тут, кстати, 11 стоит. Вначале стоило 14. Да? Дешевенький, ага. Чем дальше, тем дешевле. Сейчас самое важное, ребят. Вот он. Ципа увеличит твою силу, защиту и ловкость. Он еще круче. Воу, он круче, чем тигра. Силу, защиту и ловкость. То, что мне надо. Шикарно. Охренительно круто. Все, я теперь буду с цыпой летать. Что ж, вот теперь точно. Спасибо за внимание. Лайк ставьте в описании, ссылочка на PS игру ВКонтакте, на Стаса, на все игры, в которые я играл, у Стаса, на меня ссылки. Что еще забыл? Жмакайте все ссылки. В общем, жмакайте. Жмакайте лайки, не забывайте. Колокольчики не забывайте, жмакайте. Пережмакивайте, если вдруг не приходят уведомления. Проверяйте на своих телефонах, устройствах, включены ли у вас уведомления от YouTube, и проверьте, залогинили ли вы в YouTube. Тогда уведомление будет проходить. Все, все сказал. Да, все сказал. Пока. Заканчиваем.